Депутаты Пешковского поселения Солнечногорского района, на территории которого находится индустриальный парк Есипова, продлили действие льготной ставки налога на землю для промышленных территорий. До 2021 года ее размер составит 0,1%. Это позволит создать условия для развития в муниципалитете эффективного промышленного кластера, который уже через 2-3 года компенсирует все потери бюджета и обеспечит условия для роста благополучия жителей Пешковского поселения. Напомним, в следующем году в Есипово откроется завод «Мерседес». Еще 3 производственных предприятия уже приступили к проектированию своих объектов на площадке парка. В результате уже в самом скором времени Есипово станет одной из основных точек промышленного роста Подмосковья. Налоговики отмечают положительную тенденцию по снижению уровня задолженности жителей. По отношению к началу 2018 года задолженность налогоплательщиков перед подмосковным бюджетом снизилась на 16,7%. Это 11,9 миллиарда рублей. По имущественным налогам задолженность уменьшилась на 48,1%. Это 14,9 миллиарда рублей. В консолидированный бюджет Московской области благодаря работе подмосковных налоговых органов и властей региона совместно с органами местного самоуправления было направлено 30,2 миллиарда рублей. Это почти в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день налоговая задолженность составляет 59,1 миллиарда рублей. В Солнечногорске откроют коворкинг по обучению IT-специалистов, дизайнеров и юристов. Подобные центры появятся еще в 9 муниципалитетах региона. Они создаются за счет частных инвестиций и субсидий правительства Московской области. Ее в размере 7,5 миллионов рублей на конкурсной основе могли получить как юрлица, так и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в открытии коворкингов. Предприниматели могли компенсировать часть своих затрат при соответствии ряду критериев. Наличие бизнес-плана и финансовой модели центра, соответствие стандарту, разработанному для профессиональных коворкингов Подмосковья, наличие в проекте создания центра обязательства по функционированию не менее 5 лет. Отметим, коворкинг – это центр, где можно арендовать рабочее место на необходимое время.